изменчивых состояний в эпоху патологического реализма, от станции неизбежности ожиданий до пункта ежедневного самоубийства ходят годы с опущенными головами, и за нашими спинами прячутся, и было все будто не с нами, и в перспективе грядущего копошатся черно-желтыми муравьями. Сломайте эту биомашину безнравственного и пошлого. Вылечите мою аллергию на будущее 10 каплями прошлого. Кто призывал к смелости во имя страха и гибели? Не лучше ли будут слезы во имя радости спасителю? Не лучше ли изобилие во имя пресного недостатка и обилие света для духовного задатка? И годы подняли б головы, растянувшись под солнцем времени, убедившись в том, что способны вы не залечить буйство зелени, не задушить слабого и поющего, не возвратить черное и размокшее, и ныне еще цветущее цветом атеизма. Средь шквала навязчивых состояний в эпоху патологического реализма. Yeah.
новых встреч.